Искульт, привет! В эфире очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте Хет Трик. Эта неделя на канале ННТВ проходит под знаком хоккея всему виной дальневосточное турне Нижегородского торпеда. Мы уже показали в прямом эфире первый матч этой выездной серии. Автозаводцы во Владивостоке встречались с местным адмиралом. Болельщики ждали повторения успеха бело-синих, как в прошлом сезоне. Напомню, 21 октября 2015 года торпеда разгромила моряков 8-3. К сожалению, в этот раз все прошло совсем не по сценарию Петриса Скудры. Нижегородская торпеда неудачно стартовала в своем дальневосточном турне. Зрители ННТВ в прямом эфире увидели крупное поражение автозаводцев от «Адмирала». Самым насыщенным во Владивостоке оказался второй период. К нему соперники подошли при счете 1-0 в пользу хозяев льда. А на 32-й минуте на табло фетисов арены уже горели невероятные 4-0. При этом еще после третьей шайбы на скамейку отправился лучший вратарь сентября Илья Проскуряков. Место в рамке занял 21-летний Николай Мальков. В своем дебютном матче он оставался сухим всего две минуты. А вратаря «Адмирал» удалось распечатать лишь под конец второго периода. Голами отметились Картер Эштон и Дмитрий Семин. К сожалению, больше автозаводцы отличиться не смогли. Мало того, на последней минуте еще и пропустили пятую шайбу в пустую рамку. После такого поражения все надежды были связаны со следующим матчем в Хабаровске. И снова ННТВ показала эту встречу в прямом эфире. Амур Торпеда, четверг, 6 октября, Платину Марена, Хабаровск. За поражение во Владивостоке торпеда реабилитировалась в глазах болельщиков уже в следующей игре. Матч против Хабаровского Амура получился, как говорится, валидольным. Встреча закончилась с футбольным счетом 1-0. Но это никак не отражает тот накал, то напряжение, которое буквально пронзило прямой эфир на канале ННТВ. Особо тревожно было в концовке третьего периода. Но автозаводцы выстояли. А единственную и победную шайбу забросил Дмитрий Шуленин, для которого этот гол стал первым в континентальной хоккейной лиге. Ну а главным героем матча стал Илья Проскуряков – Голкипер «Торпеда» отразил 25 бросков в створ ворот и оформил свой очередной сухарь. Ближайший матч «Торпеда» проведет против новичка континентальной хоккейной лиги, китайского «Кунь Лунь Ред Стар». И эту встречу на НТВ снова покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 11 часов 30 минут уже в ближайшую субботу, 8 октября. Ну а прямо сейчас о баскетболе. БК «Нижний Новгород» с поражения стартовал в новом сезоне единой лиги ВТБ. Команда Айнерса Багаскиса в Казани встречалась с местным «Униксом». Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» матчем против «Уникса» стартовал в новом сезоне единой лиги ВТБ. На казанском паркете в стартовой пятерке у горожан вышли Бойнтон, Кейн, Узинский, Венея и Гудумак. Хозяева площадки в бой бросили самых результативных игроков по товарищеским матчам – Лэнгфорда, Параховского и Антипова. Именно они и оформили стартовый рывок «Уникса». К середине первой четверти «Зеленые» вели 15-3. Черно-белые смогли огрызнуться усилиями Кейна и Попова. Но на тот момент «Нижний» уже выбрал лимит командных замечаний. И казанцы использовали это на все 100. На первом малый перерыв команды ушли при счете 35-21 в пользу хозяев. Во второй четверти Уникс грамотно воспользовался несколькими потерями горожан и на тот момент преимущество принимающей стороны стало двукратным – 46-23. Нижегородцы попытались сократить это отставание за счет удачных действий Кейна, Бойнтона и Викторова, но преимущество соперника по-прежнему было значительным – 59-38 после двух периодов. Во второй половине матча казанцы продолжили терзать защиту горожан, которая, откровенно говоря, ничего не смогла противопоставить разыгравшемуся Лэнгфорду. 87-57 перед заключительным отрезком. Только в последней периоде Уникс позволил нижегородцам иногда доходить до своего кольца. Этот отрезок НН выиграл 24-17, но на итоговом результате это практически не сказалось. Нижний Новгород крупно уступил в своем стартовом матче сезона 81-104. Впереди у команды Артурса Шталберса еще две выездные игры в рамках единой лиги ВТБ в Саратове и Риге. А уже 19 октября Нижний в рамках Еврокубка примет испанскую Гран-Канарию. Кстати, о международных турнирах. Мы как-то быстро забыли о скандальной дисквалификации паралимпийской сборной России. Даже судиться по этому поводу передумали. А вот наши международные спортивные «друзья» в кавычках все еще точат зуб на нашу страну. Так в этом лично убедились российские каратисты. Среди них и нижегородский спортсмен Алексей Горохов. С двоякими впечатлениями вернулся из Великобритании нижегородский спортсмен Алексей Горохов. На Туманном Альбионе в городке Кроули прошел восьмой кубок Европы по кёкю и карате. Алексей выступал там в весовой категории свыше 80 килограммов. И по сути, Горохову пришлось работать на два фронта. Не только одного с другим соперников убирать с пути, но и своими действиями не дать судям ни малейшего повода для сомнений в своей победе. Я был уверен, что я дойду до финала. Три боя до финала я закончил нокаутами и в мужских в мужской группе вообще у меня самый короткий нокаут в первом бою получился. То есть там не было вопросов. Когда есть нокаут, здесь уже судям нечего делать, приходится давать победу. Но финальный поединок, там не учитывается ни весовая разница, ни доски. И три времени отда отдается спортсменам на то, чтобы выяснить отношения. И в конце концов, конечно же, когда уже оба стоят, потому что соперник был сильный, из Казахстана, просто так не падает просто так его не получается уронить, так это можно назвать, кинули, конечно же, в сторону, да, в другую сторону. Даже не за казаха, а просто против России. Я это, я это оцениваю именно так. Как судьи ведутся на это, непонятно. Судьи отдали победу представителю Казахстана. И этому решению удивился не только сам Алексей, но даже все участники турнира. Когда я вышел с поединка и Заняв второе место, не все сразу поняли, что я иду на вторую ступеньку пьедестала. И уже после этого подбежала команда Испании, Голландия. Начали кричать «Горохов чемпион!» Закинули на руки, давай кидать. То есть это продолжалось там длительное время. Ну и потом еще все подходили, поздравляли именно с чемпионством, а никак не с серебром. И все-таки только серебро. И это лишь потому, что Горохов представитель России. Не секрет, как сейчас относится в Европе к нашей стране. Впрочем, неадекватное судейство против Алексея лишний раз убеждает, что нас просто боятся. И это второе место Нижегородского спортсмена для нас будет равно золоту. Иногда свое превосходство необходимо доказать не только судьям, но и самому поверженному сопернику. Именно так случилось в бою между Нижегородцем и спортсменом из Краснодара. Даниил Виник уверяет, что после доминирования в ринге на протяжении трех раундов в четвертом он просто поскользнулся и победу незаслуженно отдали нашему бойцу. Ну-ну.

Неоднозначную реакцию в определенных кругах вызвал ролик, в котором нижегородский боец Евгений Воронцов по прозвищу «Секс-машин» обратился к своему сопернику из Краснодара Данилу Виннику. Эти спортсмены встретятся 29 октября, и в той схватке нижегородец выступит в качестве действующего чемпиона России среди профессионалов пока 1 но болельщикам Винника до сих пор не дает покоя, по их мнению, незаслуженное поражение краснодарца от Евгения Воронцова. Собственно, именно чтобы доказать реальное превосходство нашего бойца не на словах, а на деле, тренеры и сам Евгений согласились на реванш. Небольшая подводка к бою, он очень интересен местной публике, потому что мы с Женей очень разработали такую кампанию по трэш-токингу, так называемому, то есть когда спортсмен снимает видео делает обращение к своему сопернику причем как бы на мой взгляд это э, такое вот обращение сделано очень качественно очень э, хорошего уровня потому что мы никак не позволили себе его оскорбить или какие-то оскорбительные вещи там обзывания просто было снято в виде шутки в виде подкола. Шутку Данила Винник не оценил, но в видеоформате отвечать не стал, а ограничился текстовым комментарием. Цитировать не будем, хотя бы потому, что там есть реальное оскорбление в адрес Воронцова. Сам же Евгений отнесся к этому спокойно и в подобной мере парировать не стал, ведь трэш-токинг – это всего лишь способ привлечения внимания и некоторое давление на соперника. Но ведь главное – это, конечно же, сам бой. Наконец-то хочется расставить все точки над, и, и... над теми буквами алфавита, над которыми они есть. Чтобы ни у кого не было уже вопросов и доказать, что такие победы не случайны, что когда в ринге работают два профессионала, просто случайности нет места. Все решится 29 октября в Краснодаре. И, кстати, еще есть время для пары шуток от нижегородского бойца. Уж очень забавной получается реакция соперника. Главное не победа. На таких турнирах подобные выражения становятся основными. Турнир памяти Юрия Голова прошел на Нижегородской земле. Естественно, все надежды были связаны с нашими командами. Но тут не повезло. Олег Лавров расскажет подробности. Мальчишки из автозаводского «Дюшор-8» подопечные Олега Кривошеева заняли второе место из 10 коллективов. На групповом этапе нижегородцы разгромили «Вымпел» из Костромской области 6-1 и «Ульянский старт» 5-1. Оказались сильнее сверстников из Саранской Мордовии 3-1 и сыграли в ничью 3-3 с «Дюш-2» из Бугульмы. В финальном поединке юные футболисты «Дюшор-8» уступили приолиту из Реутова 1-4 и стали в итоге вторыми. У нас самая трудная команда была – это Нижний Новгород. О, земляки? Да. Что там трудно было? Там игроки были очень хорошие. А у вас плохие? У нас получше оказались. В матче за третье место бугульминцы забили три безответных мяча в ворота Ижевского кристалла. А ребята из Дюш НН заняли пятую позицию, обыграв стыковой встречи старт из Ульянска 4-2. Дети, они самые дорогие. Конечно же, как вот заходит разговор, хотя бы в этом году тяжелые времена даже для страны, можно сказать, но дети, они впереди с планеты всей. На это всегда мы средства найдем и поддержим. На этом турнире действительно все команды подобрались очень хорошие. но ну, за исключением, может, в Страмской области. Ну, это там, естественно, маленький городок. Видать, детскому футболу там не уделяют внимания. Но это уже отдельная тема. А команда, которая вот уже с пятого места и выше, показывает очень достойный футбол. По итогам турнира ни один из участников соревнований не остался без подарков. Но это не главное. Главное, что на Нижегородской земле помнят и чтут своих земляков. А турнир памяти Юрия Гола. Лишнее тому подтверждение думаю в нашей программе пора вернуть неплохую традицию знакомить вас с новостями не только нижегородской области но и со всего мира вот и сегодня для этого у нас вполне найдется время впереди блок спортивных и около спортивных новостей от наших партнеров Российская теннисистка Мария Шарапова вернется в большой спорт уже в апреле 2017 -го. Спортивный арбитражный суд сократил ее дисквалификацию на 9 месяцев. Спортивный арбитражный суд решил сократить период дисквалификации Марии Шараповой с двух лет до 15 месяцев. Он начался 26 января 2016 года. Это означает, что действие запрета завершится 25 апреля 2017. -го. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония. Он содержался в лекарстве Милдронат, который спортсменка принимала в течение 10 лет из-за проблем со здоровьем. Препарат выписывал ее семейный врач. С начала этого года мельдоний считается допингом, однако Шарапова не прочитала обновленный список с запрещенными препаратами. ВАДА рассылала его спортсменам в декабре. Теннисистка продолжила принимать лекарства и не прошла допинг-тест, во время турнира Большого шлема в Австралии. Позже Шарапова признала, что совершила ошибку, однако по ее словам не делала этого сознательно. Президент Федерации тенниса России приветствует решение Спортивного арбитражного суда. Сама Шарапова заявила, что не считает мельдоний веществом, которое оказывало влияние на ее спортивные достижения. Она сравнила мелдронат с аспирином. Я знаю, что он входит в список жизненно важных препаратов в России, как, например, ибупрофен. Это так же, как то, что россияне принимают аспирин. По словам Шараповой, Международная федерация тенниса должна была лучше информировать спортсменов. На своей странице в Facebook Танисиска написала, что день вынесения вердикта спортивным арбитражным судом стал самым счастливым в ее жизни. Теперь после долгих переживаний она готовится вернуться на корт. Я просто пройду через это. Я рождена, чтобы быть воином. Мария Шарапова, бывшая первая ракетка мира. Она пятикратная победительница турниров Большого шлема. Пилоты-экстремалы снова померились силами в ходе воздушной гонки Red Bull. Предпоследний этап мировой серии прошел в американском городе Индианаполис в штате Индиана. Вокруг трассы с воздушными воротами и препятствиями собралось около 60 тысяч зрителей. За первое место сражаются британец Найджел Лэмп, канадец Пит Маклиот и немец Матиас Долдерер. Вот опасную дистанцию преодолевает представитель Канады. Его время – 1 минута 53 сотых секунды. В итоге он оказывается третьим. А за штурвалом этого самолета – британец. Он также показывает высший класс и проходит трассу за 1 минуту 43 сотых. Он второй. Ну а это победоносный полет немца Матиаса Долдерера. Он пролетел через цепочку воздушных ворот без единой погрешности и быстрее всех за одну минуту 33 сотых секунды. Пилот не может сдержать радости ни в кабине сразу после объявления результатов, ни на земле после посадки. Затем следует символический поцелуй кирпичной полоски, которая является стартовой и финишной чертой трассы. Удивительные ощущения. Я пока их не осознал, потому что у меня просто не было на это времени. Я уже поцеловал кирпичную полоску. Я хотел сделать это до вылета, но мне сказали, что это плохая примета, поэтому я сделал это только что. Теперь мне нужно все переосмыслить. Завершающий этап мировой серии пройдет 16 октября в Лас-Вегасе. В лучах утреннего австрийского солнца два воздушных шара отправляются в полет. На них не любители живописных видов, а команда скайдайверов экстремалов. На высоте 1500 метров они готовы совершить уникальный трюк, прыгают, сидя на качелях, которые прикреплены к соседнему аэростату. Амплитуда качания получается очень большой, особенно если учитывать, что длина троса 125 метров. Вдоволь накатавшись, они отцепляют страховку и прыгают вниз. Один из скайдайверов говорит, что все члены команды хотели снова ощутить себя детьми. Цель проекта «Мега-качели» — совершить что-нибудь безумное, используя воздушные шары, иметь возможность прыгнуть с одного шара и покачаться на качелях, подвешенных ко второму на очень длинной веревке. Такого никогда раньше не делали. Это без сомнения воплощение детской мечты. Если вы когда-то прыгали с качели, то всегда представляли вечный полет. Экстремалы также сказали, что прыжок с воздушного шара очень отличается от прыжков с самолета. В самолете постоянно слышен шум мотора, а полет с воздушного шара происходит в полной тишине. Это развлечение уже скоро могут признать новым рекордом за самые длинные качели, прикрепленные к воздушному шару, но пока оно ждет подтверждения. Первый период нашего хитрика подошел к концу. Сейчас будет небольшой тайм-аут, а сразу после него мы с вами поднимемся в небо над Чикаго. Там прошел чемпионат мира по всем видам парашютного спорта. И нам особо приятно, что нижегородские спортсмены вернулись из США с медалями. Какими? Узнаем лично от президента парашютного спорта Нижегородской области и непосредственного участника чемпионата мира Кирилла Тюпанова. Уже через пару мгновений, так что не приключайтесь, мы скоро вернемся. Еще раз здравствуйте. На канале ННТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хитрик». И в ближайшие минуты будем анализировать воздух Чикаго в Соединенных Штатах Америки. Все потому, что совсем недавно его вдыхал президент Федерации парашютного спорта Нижегородской области Кирилл Тюпанов. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот буквально, может быть, пару месяцев назад в этой же студии мы только обсуждали перспективы, как поедут наши спортсмены российские, в том числе и нижегородские, на чемпионат мира по всем, парашютным, по всем видам парашютного спорта США. И вот свершилось, мало того, что съездили туда, еще и с медалями вернулись. Но, наверное, начнем издалека, как это свершилось, потому что я помню все-таки... Ну, был вариант, что, может, даже и не Но, поедем. На самом деле, правильно абсолютно сказано, что это свершилось, помогла и случайности, в то же время понимание обстановки. Поэтому, если бы не помощь лично губернатора Нижегородской области Валерия Павленовича Шанцева и регионального представительства партии «Единая Россия», никто бы из наших не поехал. Благодаря их, их стараниям и их усилиям эта поездка состоялась. Дальше все зависело от нас, на самом деле. Началось самое интересное. Мы теперь понимаем, почему наши хоккеисты, приезжая туда, за океан, долго, три дня не могут нормально начать играть, потому что процесс акклиматизации а, затягивает. Да, там... И первые же, так сказать, по такие случайности, которые не случайны, там начались проблемы с отелями, бронь сгорела, не туда приехали, не туда привезли, на самолет не пускают, потому что тренировочные какие-то там документы у них там не пришли, опять же, ну, на месте все решали вопросы. Мы шутили по поводу санкций, что это опять там против нашего затевает. Ну, как шутка, американцы этого не понимают. Ну, и Господь с ним. Но Результатом чемпионата стало то, что сборная России, а там именно Нижегородцы, то есть мы четверка перестроения по купленной акробатике завоевали третье место. А сборная России по четверке ротация, второе место. С чем, в общем-то, всех спортсменов и поздравляю, ну и себя самого тоже. Ну и конкретно, да, нижегородских и, спортсменов. Да, естественно. И везде, где мы были, естественно, там был флаг партии един России, который мы потом торжественно вручили персоналу дроп-зоны Skydive ну, Это забавная история, насколько да, я знаю. Да, это действительно было забавно. Шутка действительно удалась, и до сих пор этот флаг там и висит. Сказали, что лично от президента России. Они восприняли это абсолютно серьезно, и теперь этот флаг украшает дроп-зону Skydive Чикаго, где проходил Мандиаль. Если говорить о результатах, то купольщики, естественно, выполнили свою боевую задачу. Все парашютисты выполнили боевую задачу. Американцев вперед не пустили нигде. Ну, помню, да, как раз об этом и говорили. Мы это и обещали. Открытием для всех стала сборная Катара. Это черная лошадь, которую тренирует, кстати, американец. Ну, вот, вы знаете, по 2000 прыжков в год делают за три года. Просто фантастический взлет. Мы не ожидали, честно, что мы будем сражаться с ними. Для нас были первые это французы, американцы. Ну вот, выскочило. А, но, к чести сказать, все виды парашютного спорта, то есть собрали три золотых, по-моему, семь серебряных, пять бронзовых медалей, это командные, личные. То есть получается так, что весь медальный зачет за сборной России, как и обещали. Но, тем не менее, я настолько привык именно к победным новостям от вас, что и там очередные рекорды устанавливаем. Здесь победили, здесь победили. Ну, у меня логичный вопрос, почему же все-таки все не первое место? Вы знаете, вот тут это хорошо, что еще есть такой термин: выступали на изжоге по сути своей. То есть ну, достаточно возрастной у нас э, состав, который ну, 40 45 и строишь, лет. Да. И за нами, в общем-то, выжженная земля молодежи так и не остается. У нас единственное, где есть действительно за нами стоят люди, которые нас заменят, это «Пороски» Паруски. и классика, где мы их и готовим. Купольная акробатика это спорт, требующий полной самоотдачи, именно то есть надо пересматривать свои вообще жизненные позиции, будешь этим заниматься всю жизнь, это приходится делать. И если даже посчитать, сколько делают военные катара 2000 прыжков в год, ну то есть, условно говоря, 5 дней в неделю, по 8 uh -huh. в день, на них остается 2 месяца на личную жизнь. Вот это будет результат. Если говорить о том, что да, мы хотим за первым местом, ребят, нам 2000 прыжков не надо, нам бы хотя бы 1000, и то уже был бы результат где-то на уровне вот с ними, первое место. Ну, по поводу рекордов, установленных на Мондиале, их установили и в купольной акробатике, и в классике, и даже теперь новый вид, как спид-скайдайвинг, в общем, человек, кто быстр, скид, спит скайдайвинг, кто быстрее падает. В общем, без догрузов, без гири. Без парашюта? С парашютом. <с ну, ка спасаться-то придется. Так вот, установлен новый рекорд мира 601 км в час. И, в общем-то, это вид спорта, который теперь настолько демократичен для всех. Туда народ стал, как это, кто ничего не добился во всех остальных видах, теперь кто быстрее падает. В отсутствии ты... страха, наверное, полностью. Есть нюансы, потому что нужно действительно контролировать не просто тело в свободном падении. Вы это уже испытали в тандеме. Да, да. А, то есть память еще свежа. А тут нужно уже вниз головой и держать вот именно это самое положение. Очень сложно на самом деле. И более того, это. Опасно из-за ну, перепада давления много нюансов есть. Рекорды по фрифлаю, по классике, по купольной акробатике все это зафиксировано. Вообще, Мондиаль был в этом плане очень-очень а, плодовитым на рекорды. Нам показали новые горизонты. Теперь мы знаем, к чему идти снова. Пока запал еще остался, и даже осознание того, что за нами, ну, за нами только Москва и больше никого, будем работать дальше. А сейчас уже наступает такой самый момент, что теперь снова. Ищем средства теперь уже на Кубок России по пороски. Ну, туда мы же Ну, ну да. да. И следующий у нас в марте чемпионат мира по пороски в Австрии. Куда, кстати, едут наши нижегородские три юниора. Это Антон Петрик, Андрей Хорошунов, Ваня Гусихин. Так что там уже будем, так сказать, в идут старики и мелкие чижики. Ну, но эти мелкие чижики, они перспективны. Если еще два да. года назад мы о них уже разговаривали да. с вами. А я предлагаю, не первый раз мы с вами встречаемся, и картинка сопровождает наш разговор. Но я думаю, все-таки стоит объяснить, вот что вот такое, когда... Четверо вертикально расположились, и верхний прыгает вниз. Это ротация? Это или? ротация. И здесь засекается время э, в течение э, полутора минут. Есть, ну, с момента покидания э, летательного аппарата есть 30 секунд на построение первой фигуры. Это так называемая веревка, сжатая. И дальше с разрыва первого то есть, когда первый верхний прочист уходит и идет вниз, отсекается время на всю программу. Рекорд мира установили сразу же. В первый же день установили французы. Следующим прыжком наши рекорд мира повторили, то есть 23 ротации. До этого рекорд принадлежал, опять же, нашей команде. Это Денис Додонов, Алексей Волынский, Сергей Виби, Сергей Филиппов. Ну, в общем-то, тоже гвардия такая, уже сколько, 20 лет выступающая в этом составе. И опыт есть, и результат, в общем-то, он закономерен. Кстати, Дениса Витальевича Додонова, Додонова, простите, я уже... Вчера был день рождения, это наш заслуженный тренер из России, заслуженный мастер спорта и, в общем-то, вдохновитель этой самой четверки ротации. Ну Вот второе место тоже результат закономерный, но ну, будем на, как это ждать новых результатов, новых подвигов. Ну, я присоединяюсь в первую очередь к поздравлениям. И теперь еще хочу услышать, а в чем отличие перестроения тогда? Перестроение это уже, если вы внимательно посмотрите на видео, это смена позиций всех парашютистов. Это не только что верхний становится нижним и как быстрее. Нужен именно вот тот самый танец, который. Назовем условно танцем. Это комплекс. Он визуально очень похож на танец. Танец небесный. В общем, это танго на четверых. Мы его тоже так называем, по-своему которая определяется жеребьевкой до начала прыжков и все команды выполняют именно этот комплекс в каждом туре всего 8 туров опять же их надо еще прокатать на земле проходить чтобы не забыть соответственно кто за кем и куда встает и соответственно уже делаются захваты видите если внимательно посмотреть захваты есть и боковые и застропы и центральные если в ротации только центральные вот разница в том что перестроение оно более высокохудожественное, больше на танцы похоже если ротация это гонки на выживание купленные что перестроение – это танец. Кстати, новый вид парашюта, который там был представлен под перформанс-дизайн американской компании, называется «Танго». Ну, вполне, Специально для купольной акробатиков. Да, вполне примерно, звучащее да. название. Да. А, я вернусь к теме пороски. Раз у нас там есть поросль, причем такая же, на которую большие надежды, может, нам стоит переключиться хотя бы на уровне региона именно только на пароски. Знаете, ну вот своими силами, честно, мы уже давно это сделали, переключились и тащим на себе, так, весь этот груз Федерация, Да, то есть и в связи с тем, что еще в том году, как ни странно и плохо, э, в Хабарском на горнолыжном центре закрылась школа Олимпийского резерва, то есть под сокращение все это пошло, У -у -у. то теперь это приходится опять же и своими силами там же и держать. Восстанавливать Богородский аэродром, слава богу, тоже начал работать. На Соколе прыгаем. Поэтому у нас сейчас перспектива вообще сделать центр пороски здесь, вот именно в районе Богородска, чтобы объединить, так сказать, силы и аэродромные, и вот горнолыжные. И сборы первой сборной России планируется, в общем-то, в марте здесь провести перед чемпионатом мира. Ух, ты здорово! В общем, это вопрос решается, оговаривается. То есть сначала Кубок России на Урале, это в декабре как раз по планам. И по его результатам, соответственно, я надеюсь, что там наши пацаны лицом грязь не ударят. Нет, все, 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 все. Ну, знаете, я настолько привык, что вы все-таки приходите с хорошими новостями, так что я ничуть не сомневаюсь, что и следующий ваш да, поход конечно, в нашу студию конечно. будет с кубками, с медалями и с прочим. Кирилл, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Вам огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам. Соответственно, теперь ждем исключительно с хорошими новостями, уже с победными на уровне хотя бы Кубка России. А еще бы мир бы выиграть. Вообще. Обязательно, обязательно. Да. Спасибо большое. Да. А, ну что ж, как я уже сказал, к сожалению, время хитрика подходит к концу. Традиционно, в конце передачи, говорим пока-пока. Ну и самое главное, не забывайте дружить со спортом.